Сделать выбор в пользу защиты собственного здоровья решила Галина Лазарева. Как говорит женщина, пройти вакцинацию ей посоветовал муж. Кроме того, супруги собираются на отдых, и чтобы его не омрачить, решили привиться. Очень просто, не надо записываться нигде, никаких очередей. Практически это небольшая очередь. Приехать, провакцинироваться и быть спокойной. Мобильный прививочный пункт работает у торгового центра «Мега». Основной поток людей, желающих прийти на вакцинацию, приходится на выходные дни. За 4 месяца здесь привили порядка 1000 человек. По словам врачей, прививка – самый действенный способ оградить человека от тяжелого течения болезни, осложнений и неприятных последствий. Однако вакцинация не освобождает от соблюдения масочного режима и социальной дистанции. У меня есть сравнение с мая по август месяц, поток стал больше людей. Вот, более, наверное, стали понимать, что нужна вакцина. Вот, ну, в принципе, переносится довольно легко, не было особо осложнений. Первый, может быть, там на первую вакцину, первые 2-3 дня, возможно, температура, да, небольшая ломота. В 63-м регионе созданы все условия для того, чтобы жители могли привиться в удобное для себя время. Мобильные пункты организованы также возле торговых центров «Космопорт» и «Амбар». Вакцинация проходит абсолютно так же, как и в поликлинике. Напомним, что в торговых центрах «Аврора» и «Гудок» есть стационарные пункты вакцинации, которые работают, в отличие от мобильных, каждый день. Мария Елчан, события.